девчонки, всем привет! У меня сегодня на тестировании вот такая пластиночка. Я так поняла, Бон Прети, наверное. Ну вот, я точно не помню, девочки. Они у меня просто лежат все уже без конвертиков, которые приходили в конвертиках. Лежат вот так вот, чтобы я их тестировала. Ну давайте вот BRL020. Вот такая вот интересная. Тоже какие-то кружевные. Вот мне понравилась сеточка. Вообще обалденная. Давайте с вами сейчас приступим к тестированию. Тестировать я буду своим любимым штампиком и скрепком Beauty Big Bang. Лаком для стемпинга Beauty Big Bang серебро. Так. Номер 008, вот видно. И давайте, девочки, в этом видео, а что у меня штампики вот эти вот стоят зря? Давайте вот этим штампиком еще попробуем. Давайте с него и начнем. Он липкий тоже. Ну, давайте с него начнем. Пока свой я уберу. Давайте начну вот с этого. Так, и давайте начнем тестирование. Давайте вот с нижнего. Честно, мне кажется, надо лак другой взять. Мне не видно этот лак. Ну вот смотрите, девочки, вот этим штампиком. Я сейчас другой рисунок даже. Смотрите, как плохо он взялся. Так, вот. И давайте, нет, давайте же, давайте следующий попробуем и посмотрим. Правда ли он так плох? Вот. Или я просто привыкла уже к своему. Нет, девочки, мне кажется, он плоховато, конечно. Хотя нет, вот смотрите, вот этот рисунок хотя хорошо взялся, вот. Видно вам? Вот. Давайте следующий пробовать. Может, я зря грешу на эти штампики? У меня их таких Beauty Big Bang 2 штампика. Хотя, девочки, нормально. Вот, смотрите. Рисунок. Ну, вот этот рисунок мне не нравится. Вот этот может как-то за кружево зайти. Этот не акси мне понравился. У всех, еще раз повторюсь, вкусы разные. Так. Давайте следующий рисунок. Вот. Ну, вот, смотрите, тоже что-то плоховато взялся вот этот вот рисунок. У нас рисунки такие или я так. Давайте я сейчас вытру, попробую, все-таки мне не имется. Сейчас сразу вот здесь вытру. Сейчас попробую своим любимым штампиком вот эти два рисунка взять. Может, мне кажется, или я так не могу тем штампиком работать. Хотя бы 50 на 50. Так. Половина взяла того, половина этого. Нет, вот смотрите, девочки. Вот так. Вот смотрите, как вот этот взял. И как вот Beauty Big Bang. Может быть, мне такой штампик попался. Давайте вот у меня вот один такой Beauty Big Bang. Ай, извиняюсь. Есть у меня еще второй Beauty Big Bang. Давайте его попробуем. Так. Этот нормально взял. Но мне вот эти еще рисунки интересуют же. Давайте сейчас протрем.
Что-то я на этой пластинке, девочки, застряла вообще. Это другой вот Beauty Big Bang. Вот смотрите, девочки. Нет, все равно я вот в свой штампик больше влюблена. Ну, как мы тестировали, давайте поочередно будем Beauty Big Bang тестировать, чтобы у меня дочь успевала чистить штампики. Она мне тут и помогает чистить штампики. Давайте следующий рисунок. Ой, тут что-то прям много ливануло. Смотрите, тоже как-то, мне кажется, не акти. Ой, как опять много ливануло, девочки. Что-то капельку большую взяла. Что-то вот этот, девочки, рисунок тоже, смотрите, как плохо взялся. Меня это не устраивает. И давайте я сейчас попробую своим любимым штампиком все-таки. Мне кажется, мне, наверное, штампики такие попались. Так, у меня уже тут все грязное. Сколько я тут лью. Давайте попробуем вот этот рисунок моим любимым штампиком. Так, и давайте сравнивать, девочки. Нет, это, мне кажется, рисунок такой все-таки. Хотя нет, смотрите, здесь нормально взялся. Вот здесь. А здесь нет. Вот здесь наоборот нормально, а здесь нет. Это все-таки, наверное, я. Как говорится, руки не с того места растут. Давайте не будем останавливаться больше так на рисунках. Давайте дальше тестить. Вот этот рисунок, я понимаю, что надо перевернуть и... Не так лак налила. И вот так вот. От с этого соскрестим. И пока я скребышила. Девочки, все-таки я сейчас уберу вот эти свои Beauty Big Bang, которые мне они не понравились. Сейчас дочь их почистит, уберет у меня эти вот два штампика. И вернусь к своему любимому штампику. Вот. Потому что, вот смотрите, этот рисунок тоже мне не понравился, как отпечатался. Хотела сказать, хотя сказала вам, что я не вернусь больше. Давайте не останавливаться долго на пластинах. А сама тут-то... Так, такое ощущение, девочки, я лак не доскребла. Ну да, вот смотрите. Слишком много лака сняла. Так, я никак не успокоюсь. Давайте еще раз попробуем этот рисунок. Попробуем сильно не снимать. Вот все, неужели он у меня получился? С грязью, конечно, не до конца вот соскребла, но ничего. Давайте дальше не останавливаться. Так, возьмем полотенчик еще, а то у нас тут грязь такая. И давайте дальше. Это видео, мне кажется, такое большое получится. Давайте пойдем дальше. По рисуночкам. Так. Такой, девочки, рисунок классный, кстати. Давайте дальше. Что-то мне тут вообще интересно. Я вот здесь вот заезжала. Отпечатается или не отпечатается у меня? Нет, девочки, отпечаталось все хорошо. Смотрите.
Вот, смотрите, все хорошо отпечаталось. Так, мне вот этот вот рисунок вот нравится. Вот интересно, как он будет отпечатываться. Сейчас так раз, и он не отпечатывается, или с проплешинами. Я буду, конечно, расстроена, потому что я брала вот из-за этого еще из одного рисуночка. Нет, девочки, смотрите, сейчас я вам покажу. Мне красиво, кстати. Давайте следующий. Я скребок потеряла, девчонки. Я скребок потеряла. Вы представляете, я потеряла скребок. Ну, вот он лежит у меня перед носом. Я ищу его. И пока искала, интересно, подсох, не подсох лак. Нет, девочки, этот лак не подсох. Смотрите. Так, надо сверху уже отпечатать, потому что тут места внизу нет. Вот эта вот сеточка, девчонки, мне тоже нравится вообще. Хоть бы она тоже работала. Да, девочки, вообще обалденная сетка. Так, где она? Вот, смотрите, девчонки. Ну, это, извините, тут у ребенка там что-то в телефоне. Классно вообще сетка, посмотрите. Так, фокус. Вот, обалденная. Ну, тут осталось совсем чуть-чуть нам с вами протестить. Вот, посмотрите. Тоже такой отпечатался. Давайте дальше не заострять. Так. Мне вот этот вот тоже сетка очень нравится. У меня на какой-то пластине есть такая сетка, но она вообще не работает. Я какую-то дешевую покупала на Джум, помню. Она не работает. А здесь, девочки, вот работает эта сетка. Классная. Так, что у нас тут осталось? Совсем чуть-чуть с вами. Вечно я этот скребок теряю. То пластик... О, штампик забываю чистить. Сейчас у меня дочь штампик чистит. Я теперь теряю скребок. Ну, это я, наверное, только так могу. Так, где этот рисунок? Вот он, девочки. И давайте, у нас осталось два последних вот этих рисуночка. Попробуем их взять на... А, нет, девочки, я вот этот же не пробовала. Я не пробовала вот этот. Так, вот он. Так, фокус опять у меня страдает. Угу. Давайте, вот последние теперь два осталось у нас. Лак, кстати, мне этот очень понравился. У меня уже весь скребок в лаке. Так. И последние два. Так. Ну, давайте, девочки, пробежимся быстренько по нашим рисуночкам. Типсы буду прикладывать. Вот, смотрите. Быстренько, чтобы не занимать и ваше время. То скажете, тут затянуло. Так, вот. Мне эта пластинка, скажу честно, не очень понравилась. Но вот эти рисунки, которые я хотела, сетку, они отпечатываются. Да, девочки, вот из-за этих из-за этих рисунков можно брать. Так. Ну, широкие ноготки вот эти вообще рисунки, девочки. Вот это вот сеточка, вот. Вот рисунок. Но его, мне кажется, надо делать, девочки. Сейчас типсы возьму. Вот здесь, где, наверное... Да, вот так вот. Вот. Помещается.
И вот эта вот сетка, мне интересно знать, как она поместится. Не две розочки, если только делать вот так, наискосок, то поместится. Так, давайте еще раз покажу пластиночку, девочки. Из этой пластинки, девочки, мне понравилась вот эта, сетка, ну вот это более-менее, и вот эти вот. Все. Остальные мне рисунки не очень приглянулись. Вот такая, девчонки, была сегодня пластиночка на тестировании. Надеюсь, вам понравилось. Ждите дальнейших видео. Всем пока-пока!